Мы абсолютно закрыли все контрольные цифры приема, плюс у нас в этом году больше ребят поступило и на внебюджетный прием. И вот если говорить о том, что с каких регионов к нам приехали, я посмотрела, пятая часть наших студентов первого курса, на сейчас это порядка 1000 человек, это ребята иногородние. Угу. Конечно, мы с большим удовольствием всегда принимаем ребят с Ямала, с Хмао, и такие ребята и в этом году у нас есть. В соседних областях к нам ребята поступили, что тоже очень важно, значит, понимают, что то образование, то аграрное образование, которое дает наш аграрный университет, оно является действительно практикоориентированным, и поэтому сюда можно приезжать за образованием.